вами зожник-физкультурник Алексей Шредер, зожник-физкультурник Павел Бабич и цитадель зожничества и физкультурничества Юденджин. Друзья, сегодня Паша Бабич поменяется местами с моим старшим братом Павлом в челлендже H Squad Challenge. А таблицу где-нибудь здесь покажу. Там для каждого возраста, для каждой возрастной группы свой вес на штанге для приседаний. Но факт в том, что количество приседаний должно быть равным количеству лет человека. Паше 26 лет, он приседал уже 115 килограммов. Сегодня мне 43. На 26. Ты уже свое присел за своих 26 лет. Мой Павел Клопоцкий, ему 43 года. Он уже приседал с весом 100 килограммов на 43 повторения. То есть за себя они все сделали. Но многие подписчики писали, что какая-то непонятная система повторений к возрасту, что-то не то. 100 на 43 это гораздо тяжелее. Почему 40-летним тяжелее и тому подобное. Я с этим абсолютно не согласен. Но решил все-таки поменять ребят местами. Они согласны. Кайф. Я в роли мучителя. То есть мой старший брат сделал Пашину попытку, 43-летний представился 26-летним. Я после твоей попытки выложу, смонтирую. Как Павел, мой старший брат приседал 115 на 26 повторений. А Павел Бабич сейчас присядет вместо моего старшего брата. Как будто Павлу не 26 лет, а 43. И здесь на штанге сотка. И, соответственно, 43 повтора нужно Павлу присесть. Да. И в конце скажешь, что было легче, 115 на 26 или 100 на 43? В принципе, мы и так это увидим, но ты скажешь свои ощущения. Я и сейчас хочу сказать, но тебя невозможно перебить. Леха привык, что с ним, наверное, малоразговорчивые люди снимаются, и он за всех все говорит. Но я тоже люблю поговорить. Ура, ставим лайк. Так тебе пока нечего говорить, откуда знаешь, это будет легко или тяжело. В общем, друзья, не приседайте 115 килограмм на количество своих лет, постареете сразу на 43 года и будете на сотку приседать. Соответственно, прошла ровно неделя, ноги пушки. Показать, что там, да? Нету этих всяких. А, да, нет. Покажи. Раздевайся, да? Раздевайся. Брат мой сверху приседал. А то слушай, да колупали, да, что брат на коленях приседал. В этот раз он приседал в обтягивающих штанах. Ребятушки, вот ноги пушки, но игры не смотрите, да. Это там. Не надо смотреть. Игры не пушки, а ноги пушки. Да, друзья, для этого челленджа на коленнике бинты ничего использовать нельзя, только пояс, штангетки, ну, то, что не поможет. Пояса нет, с поясом вообще не приседаю в последнее время, даже большие веса считаю, что он наоборот чуть как-то блокирует. Короче, он, наверное, дыхание мешает. А если на большое количество повторений, так тем более. Ну плюс мы же за комплексы, за зарубы, а там дыхалка важна. Поэтому берем сотку, выходим вот сюда на полмост, вот так вот. Давай. Паша будет приседать глубоко, жопой в пол, мой старший брат приседает не так глубоко. Но не жопой в пол, а яйцами. Но старший брат приседал так, как надо. Паша приседает низ. Как не надо. Как не надо, так не обязательно. Так что давай. Сейчас посмотрим. Я думаю, ему 100 на 43 легче будет. Лёх, ну ты считай. Да, я считаю. Давай. Он хочет, чтобы красиво было, выйти сюда. Так, если я не сделаю, то скажу, что здесь силы потратил. Да. Приклеить пол. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Правильно, Паша не торопится, правильно делает, я ему в прошлый раз подсказал. 9, здесь лучше не торопиться, а то можно ноги закислить. 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16,
17. Напоминаю, в нашем конкурсе ноги приподнимать нельзя. Топать, в смысле, ногами нельзя. Пытаться сбросить напряжение. 18. 19. 20. 21. 22. Стон на 43 – это на подышать. 23. 24. 25. Хорошо, осталось 18. 26. 27. 28. 29. 30. А, и да, напомню, стойка 5 секунд максимальная. 31. Ну, это, в принципе, нормально. 5 секунд достаточно много. 32. 33. Еще десяточка. 34. 35. 36. 37. А! О! Первый звук. А 6, 6 осталось. Нормально, будет. 38. 39. А! Фига себе. 40. 41. И легче стало, как крикнул. 42. 43. Все. А, 44, брат, сделал, да? На год вперед. Я 50 сделал. 44. Хочет 50, правильно. Чего отступать? 45. 46. Ну, что и требовалось доказать. 47. 100 на 43 легче, чем 115 на 26. 48. 49. 50. Паша, ты что-то 50-летнего сделал. Ну да. Не, на самом деле 50-летнего меньше лезть. 90 килограмм. Постарел на 24 года. Пока Паша дышит. Собственно, я так и думал, что подписчики не правы. 100 на 43 легче. Паша сделал 100 на 43, да, пару раз крикнул. Но соткой, ну, это вес меньше, там можно продолжать. Выпрямил ноги и можешь продолжать, только терпи. А когда вес приличный, ты даже как бы и можешь терпеть, а уже ноги не встают, и ты в каком-то месте все не встал. Поэтому я крикнул не потому, что жутко тяжело. Почему? А где нам еще кричать? А, женщина вместе кричат, надо хоть на приседе. Нормально, чувствую себя хорошо. Затекло вот здесь чуть-чуть, немножечко в пояснице, совсем чуть-чуть. И вот здесь ноги. Вот здесь еще. Из-за того, что ты, наверное, внутренняя сторона, чуть ноги затекли. А так хорошо, разговаривать могу, пока камера включена. Сейчас камеру выдвину, я упал. То есть 115 на 26, и прям последнее уже еле-еле вставал. Ну, как будто сложнее, да. Хотя я думал, что это будет сложнее. Не-не, я знал, что это будет легче. Да, друзья, 100 на 43, или 44, или 50 легче, чем 115 на 26. Пробуйте, ставьте лайки. А я говорил, друзья, а вы писали, что наоборот. Что вы мне там пишете? Опыта вам не хватает.
не писали. Да. Итак, а сейчас, друзья, сейчас после этой попытки Павла Бабича вы посмотрите попытку моего старшего брата. Он приседал за 26-летнего. 115 на 26. И в прошлый раз хейтеры кричали, что брат использовал наколенники. У нас договора с братом никакого не было. Он использовал кроссфитовские наколенники под штанами, и не потому, что кого-то хотел обмануть. А он без понятия был, можно использовать или нет. Это я уже когда монтировал, придумал такое правило. Но в этой попытке, разумеется, он просто в штанах, в обтягивающих обычных штанах, тайцах. И там сразу видно, что никаких наколенников нет. Так что, хейтеры, выкусите. Думаете, сука, какую хуйню вы там рыгаете? Смотрите внимательно. Все. Круто. Да, повторяйте. Кто делает H-Squad Challenge, тот плотный середнячок. Красавчик тот. Павлу, брату Алексея, привет. Алексей, спасибо за движение. Давай. Молодец. Спасибо, что поработал. А ну, давай, 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 работай, работай. Да! И снова добрый вечер. Сегодня продолжаем приседательный эксперимент. Попробуем выполнить сегодня то, что выполнял Павел Бабич. То есть две штанги 115 кг и 26 раз. Так что на минуту или на мгновение представим себя Павлом Бабичем. Не знаю, готов я, не готов. Ну, минимальная задача 20 раз хотя бы сделать. Посмотрим на данный момент все равно. Просто интересно. Кондиции, конечно, не максимальные у меня. Именно по силовым. Но как есть, так есть. Ну что, гол? Сам клонил. Присед, конечно, может не такой низкий, как у Павла Бабич. Но это моя обычная манера исполнения. Фу, местами только клонил, а так вроде нормально. You suck.